Иосиф Кобзон и Григорий Лепс, Дмитрий Маликов и певец Эмин, Полина Гагарина и певица Алсу. Нет, это не премия Муз-ТВ в ноябре, а презентация клипа Филиппа Киркорова «Индиго», на которую съезжаются почти все звезды российской эстрады. Сам клип длится по времени чуть больше 3 минут. Красавец, талант, шикарный, обворожительный король. Одним словом.